Для всех любителей походов, песен под гитару, ночевок в палатке открыт туристический клуб «Семь румбов» Казанского федерального университета, где только не побывали его участники. Совсем недавно они вернулись из похода, в котором посетили ИСКЕ Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник, который располагается в окрестностях деревень Камаева, Русский Урмат и татарская Айша Высокогорского района Республики Татарстан. Примечателен поход тем, что участники решили приурочить его ко дню рождения известного татарского поэта Габдуллы Тукая. Изначально планировалось, что команда дойдет до деревни Кышлауч, родины великого поэта. Но из-за плохих погодных условий им это не удалось. Именно в деревне Кышлауч находится родовое имение семьи Тукаевых. Именно там находится дом, где он родился, и там же находится могила его отца. Поэтому эту деревню мало кто знает, где он родился. Все знают Карлай, где поэт творил, писал много произведений. В этом году мы не дошли до деревни Кышлауч. Так получилось, что дождливая погода 28 апреля была. Каждый участник похода, помимо знакомства с историей Казани и Республики Татарстан, узнал также культуру, обычаи, привычки и язык другого народа. Ведь в походе принимали участие представители разных стран. Этот поход получился таким уникальным, что именно он, как сказать, вот интернациональный. Представители стран из Узбекистана, Казахстана, из Алжира, из Швейцарии. Это вообще для меня новое, потому что я так не знал много Абдулла Тукая. И было так классно, что то есть быть в месте, где он жил и родился, и ну, узнать больше про татарской культуре. Что может быть лучше похода на природе, где можно полюбоваться ландшафтом, посетить интересные места, узнать много нового? У участников еще множество планов. Летом они хотят сплавляться на байдарках по реке Свияга и Шишма. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.